Давайте фоткаться. Раз, два, три. Молодчина! Сейчас брошу! Привет, милая. Где этот? Готовлюсь с ребятами. Мне надо назад. Хорошо. А как твой сегодняшний экзамен? Ну, увидимся. Оставьте сообщение или смс. Привет, солнышко. Просто хотел проверить, как ты, но похоже, ты уже ушла на занятия. Привет, Марго, это опять папа. Почему ты оставила ноутбук дома? Я не смог связаться с Марго. Что? Ты не можешь найти Марго? Занятия в группе закончились в 9. Она сказала, что это на всю ночь. Нет, она точно ушла в 9. Власти просят каждого, обладающего какой-либо информацией, позвонить на горячую линию или 911. Узнаете что-нибудь, немедленно сообщите. Она упоминала о чем-нибудь необычном в последнее время? Да мы не особенно общались. Но вы же дружили? Типа того. У нее же полно друзей, нет? Она довольно замкнутая. Очень тихая. Я видел, как она одна обедала. В четверг? Всегда. Она сняла $2500. Марго раздобыла себе водительское удостоверение пару дней назад. Бессмыслица какая-то. Пора признать, что Марго просто убежала. Я знаю свою дочь. Она не сбегала. Вот оно, лучшее место в мире, чтобы ничего не делать. Это ее брелок. Вы же сказали, что она сбежала! Автомобиль был обнаружен вчера поздно вечером. Также найдены $2500 наличными. Что-то не сходится. Возможно ли, чтобы это сделал совершенно посторонний человек? Вы не способны трезво рассуждать. Ты мне все расскажешь! Я всего лишь пытаюсь помочь вам найти мою дочь. Нам от вас ничего не нужно. Где ты был ночью, когда пропала моя дочь? Поиск.